Офисным работникам часто не хватает движения и драйва. В компании «Автопремиум» знают, как решить этот вопрос. Сотрудники предприятия свободное от работы время привыкли проводить активно. Здесь в почете практически все самые популярные командные виды спорта. Но особое место в этом списке занимает хоккей. Тренировки на льду спорткомплекса «Триумф» проходят трижды в неделю. Мы для себя, как компания «Автопремиум», определили, что хоккей, наверное, для нас основной спорт, потому что очень много нашлось желающих. Хотя мы, в принципе, играем и в волейбол, и в футбол. Активно сейчас развиваем баскетбол. То есть 308 человек, вот, поэтому команд можно сделать очень много. Вот. Ну а хоккей просто, ну я как бы сам люблю, и нашлись единомышленники, вот, ребята. Поэтому как-то, ну, нравится. Сыновья мне играют в хоккей. Очень много знакомых, кто играет в хоккей. Неудивительно, что команда состоит не только из сотрудников предприятия, но и их друзей. Получается, что к спорту удается привлечь все большее количество людей. Причем привлечь не только для того, чтобы погонять шайбу. Для стимулирования воли к победе, достижения определенных целей, команда заявляется в любительский чемпионат. В чемпионате хоккеисты отстаивают честь и «Автопремиума», и «Бурашевского сельского поселения». Это неспроста. Компания активно участвует в жизни жителей Бурашева. Мы просто приглашаем всех желающих, обеспечиваем их формы, если есть необходимость. Вот. Финансируем весь лед, потому что он на самом деле достаточно дорогой. Ну и желание такое, что сейчас мы организовываем секцию для детей. И вот мы взяли как раз тренера, Королев Роман. Он тренирует и нас. Вот. И, скажем так, уже думаем как о том, что сделать не профессиональную лигу, не с дюшоровской, да, вот именно так, чтобы, может быть, подойти близко к Кубку «Золотая шайба». Пока это в ближайших планах. А на льду гораздо больше времени проводят не дети, а взрослые. Те, кто привык чаще слышать щелчки клавиатуры в офисе, к щелчкам шайбы о клюшку приучает тренер. Роман Королев не скрывает, что в тренировках есть свои нюансы. Ну, конечно же, есть своя специфика в этой работе. Ребята далеко не профессионалы. Пришли, имея практически, ну, не владея никакими навыками. Но есть в этом интерес, в этой работе. Они все стараются. Огромное им за это спасибо. Тут нет у нас разделение, кто директор, кто не директор. Все работают в одних условиях. Наставник ставит перед собой главной целью научить сотрудников компании азам хоккея, воспитать в них дух победы. Признаться, Роману это удается. Сейчас трудно поверить, что 70% сегодняшних хоккеистов до того ни разу в жизни не держали в руках клюшку. Тренер не скрывает своей уверенности в том, что занятия благотворно влияют на работоспособность сотрудников. Это, во-первых, разрядка. Психологическая и физическая разрядка на льду. И практически они все силы отдают здесь, физические. Там остается уже спокойствие на работе. Еще одним интересным аспектом близкой к спорту деятельности можно назвать то, что «Автопремиум» является спонсором Тверского хоккейного клуба. Любим всю команду, тоже очень теплые отношения со многими игроками. Где можем, предоставляем скидки на автомобили, где можем, скажем так, ну, спонсируем саму команду деньгами, то есть помогаем как-то. Но, честно говоря, со стороны хотелось бы, может быть, пользуясь случаем, сказать другим компаниям, находящимся в Тверском регионе, чтобы они помогали этой команде. На самом деле в регионе многие коммерсанты способны поддержать профессиональных спортсменов, тем самым помочь им выйти на новые уровни, добиться больших успехов. В «Автопремиуме» значение спонсорского финансирования понимают очень четко. Потому что это имидж города, там прекрасные тренеры, прекрасная, говорю, команда, то есть у них никто никуда не уходит, наоборот, многие стремятся. Я считаю, что, ну, как бы уже назрел, да, когда город помогает команде, у города есть своя команда, это очень хорошо. В Тверском хоккейном клубе ценят сотрудничество с компанией, от которого выигрывают обе стороны. У нас очень тесные связи, мы постоянно общаемся, сотрудники компании ходят и посещают все хоккейные матчи. У нас постоянно на хоккейных матчах идет реклама компании «Автопремиум». Компания «Автопремиум» выделила для нужд хоккейного клуба автомобиль с рекламой на бортах, вот, автомобиля. Так что мы очень-очень тесно сотрудничаем, очень уважаем компанию «Автопремиум». Я хочу сказать, что компания «Автопремиум» – это молодая, динамично развивающая компания. Это команда молодых единомышленников. Я знаю об их планах, у них очень большие планы, и как бы в следующем году мы увидим, они еще один корпус открывают. Вот. Хотел бы сотрудникам компании «Автопремиум» пожелать в преддверии Нового года счастья, здоровья, удачи, дальнейших успехов в их нужной работе.
Вот. И всего-всего самого наилучшего. С Новым годом!